Всем привет! Приветствую вас на своем канале любителей секонд-хенд. С вами я, Инна. Надеюсь, вы за мной соскучились. И сегодня у нас второй день завоза и очень-очень много классных находок. Так, хотела вам показать и похвастаться первой моей находочкой, которая мне очень сильно понравилась и которую я точно забираю себе. Это пиджак из шерсти. Написано, что здесь 60% шерсти, а остальное непонятно, что в составе, но как по ощущениям похоже, что здесь есть ангора. Ну, покорил меня, понятное дело, цвет здесь, ну и классно сел, плюс жакет по размеру, цвет просто, надеюсь, камера смогла передать, насколько он офигенный. Бренд называется Delmotte, это немецкий среднеценовой бренд, но все немецкие среднеценовые бренды, они очень качественные, тем не менее, поэтому жакет в идеале, единственный нюанс, рукава немножко коротковаты. Но оно не сильно бросается в глаза, поэтому я все равно жакет возьму. Так, нашла интересный в мужском отделе джемперок, думаю, размером на моего мужа. Бренд Marley называется. Как-то сразу в голове всплыло, что это что-то очень качественное и недешевое. Посмотрела, и мне почему-то выпало, что это бельгийский бренд, который занимается больше детской одеждой. Очень креативный там дизайнер главный, которого зовут Jacques Nessens. Детский такой джемперок стоит 5000 гривен. Ну так, неплохо, я вам скажу, да? Но это явно не детский у меня джемпер, размер XL. Так, ну а теперь у меня самая удачная, на мой взгляд, находка и по цене, и по качеству. Я себе давненько искала очень теплое худи флисовое. Ну, это даже больше не худи, а свитшот. Но он просто шикарен. Здесь обалденное качество. Видно, что ткань не кашлатится, что-то вот похоже на батал. И посмотрела я по бренду. Этот бренд называется Poppy and Peones. Это необычный бренд. Этот бренд создала одна мамочка, которая после рождения дочери искала себе чем заняться. И, в общем, чем этот бренд отличается? Тем, что большинство своей одежды они делают из переработанных материалов. То есть очень экологический, за экологию топит бренд. Это очень круто в наше нелегкое время. И я нашла точно такой же свитшот, будем его называть так, который стоит 1700 гривен стоит. Не обошлось у меня и без масс-маркета. Понравилось мне кроп худи от бренда Pretty Light Think. Кстати, это размер евро 0. Как я в него влезла, сама до сих пор не понимаю, но мне в нем очень даже комфортно. То есть 32-й, по-моему, в переводе. У меня есть широкие серые флисовые джоггеры, и будет очень классно это смотреться вместе с ними. С этими леггинсами, пожалуй, нет, а вот с широкими спортивными джоггерами, да. Что прикольно, что это кроп худи немного также идет на флисе, поэтому я его тоже возьму. Так, еще мне очень понравился свитшот от бренда Джордж. Видимо, коллаборация с Friends идет, потому что на главной этикетке идет Friends, а если присмотреться там, где состав этикеточка, там указано и George, поэтому точно непонятно. В общем, видимо, какая-то коллаборация. В общем, этот свитшот в идеальном состоянии, по-моему, совсем не ношенный. Единственное, в рукавах коротковат, потому что это на 158 сантиметров идет. 152-158. Подростковая. Так, мне еще очень понравился свитшот с полуворотником. Не знаю, как это правильно называется. Искала, в общем, не нашла в интернете.
красном цвете, в таком на флисе, в идеальном состоянии также хлопок. Здесь от бренда Джон Графт, Калифорния, американский бренд, масс-маркет, я так понимаю, по ценам там 20-30, в общем-то, долларов, недорогой. Но вообще выглядит достойно, тоже состояние идеальное, смотрится классно. Так, еще очень интересная находка, это брюки Палаццо Плиссе, причем от бренда Массимо Дутти. Смотрится очень классно, очень круто. Где они были летом, я себе что-то хотела такое интересное найти, но не встречала ранее. И вот, пожалуйста, когда уже не в тему, я сразу себе и нашла нечто подобное, что хотела. Еще и цвет такой золотистый, красивый. Идет подклад, но по составу состав срезан, непонятно. Но я думаю, ничего удивительного. Здесь, скорее всего, полиамид или вискоза с полиамидом. Сомневаюсь, что здесь что-то более высокодорогое используется в материалах. Но все равно классно смотрится. Так, еще такой у меня тут интересный собрался комплект. Сверху у меня, опять же, кофта с воротником поло. Такой оверсайз, конечно. Ну, это мужской размер. Я думаю, где-то XL, наверное, от бренда Капа. Вроде как в оригинале. Состояние очень даже хорошее. Так, и еще я нашла джоггеры, тоже себе искала как раз какие-то такие тонкие джоггеры, чтобы не на флисе, у меня не было. И нашла я очень даже достойные. Это вроде как Gucci или очень хорошая подделка под Gucci. Видите, тут был значок, судя по всему, и я его нашла в кармане. Видимо, он отвалился. Спасибо, что оставили хоть в кармане. Можно будет как-нибудь заморочиться и его приделать. Буду думать как. Выглядит фурнитура очень даже убедительно. Ну, по составу это хлопок явно. Вот, думаю, с эластаном. Сели супер классно по фигуре. Очень мне понравились. Точно их тоже соберу. У меня сегодня очень урожайный день. Так, ну и в конце данного видео покажу вам еще аксессуары. Нашла я классный шарф по составу 60% кашемир, 40% шерсть, благородный такой цвет, бордо, очень обалденный просто. Бренд Balmoral уже встречала, это шотландский бренд, очень дорогой и качественный. Шарф очень мягенький, вообще просто приятнейший. Точно буду брать, классно мне под волосы подходит. У меня волосы с красными, крас оттенком, с красноватым, поэтому сочетается очень даже красиво. И еще я нашла такой, тоже мне понравился платок, видимо, под Gucci, 100% вискоза, тоже в очень хорошем состоянии. Посмотрите, красивый довольно-таки принт. Будет смотреться тоже очень эффектно с пальто. Думаю, тоже его возьму. Вот и все. Такие у меня были находочки на сегодня. Ставьте, пожалуйста, свои лайки, потому что, ставя свой лайк, вы даете понять, что вам было интересно со мной и вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал обязательно, заходите в мой интернет-магазин и до встречи в следующих видео. Пока-пока!